С начала года в миграционной службе урегулировали правовой статус 66 североказахстанцев, живших со старыми паспортами, либо вообще без документов. Подобный случай произошел у 54-летнего уроженца Североказахстанской области, который до сих пор оставался с паспортом советского образца. После определения принадлежности гражданства Республики Казахстан в мае мужчина наконец получил нужные документы. К слову, с января оформлено свыше 24 тысяч заявлений на изготовление удостоверения личности, более 8 тысяч паспортов. 32 североказахстанца привлечены к ответственности за незаконный труд иностранцев. Чаще всего они устраиваются надомными работниками у физических лиц. Сегодня в области проживают около 6 тысяч чужестранцев и около 300 лиц без гражданства. Проблемы возникают от незнания жителей некоторых положений миграционного законодательства. За 6 месяцев их нарушили почти 300 североказахстанцев и более 200 гостей нашей страны. 24 иностранца выдворили из республики.